Всем привет! Сегодня я покажу обзор нашего совместного производства с мужем. Я сделала такой корпус. Ну, в принципе, корпус ничем не отличается, самый обычный для вот таких часов. Тут сделали, можно салфетки, можно ручки, смотря где это будет часы стоять. Там вот такой вот светодиодик. Я его называю фонарик. Он меняет цвет, желтый, красный, фиолетовый, там еще какие-то цвета. Но сюда можно закинуть все, что угодно, какую-то мелочь, там, все, что захотите. Это мы сделали такой подарок небольшой родственникам на Новый год. Здесь у него датчик стоит сбоку. Датчик температуры, давления. Температуру он меряет и в помещении, и на улице идет температура. Вот видите, это у нас время появилось. Здесь цвет не отображается, он ярко-красный. Но можно яркость уменьшать и увеличивать на ваше усмотрение. Сейчас вот идет с Новым годом. Видите, можно написать все, что захотите. Мы с днем рождения писали все, что угодно. Теперь опять часы. Сейчас посмотрим, что дальше выйдет. Все выставляется по времени, сколько, что и как. Это у нас температура была в помещении, влажность проехала, давление. И опять часы. То, как оно перемещается и что зачем, это вы сами все выставляете, как захотите. Он подключается, у него разъем USB, поэтому можно подключить и к розетке, и к этому компьютеру, и к чему захотите. Я еще дам фотографию. Он сказал мне прочитать, но прочитать тут всякие английские иероглифы не хочу читать. Тут светодиодная матрица. Я просто скину фотографию с компьютера, и кому это будет интересно, тот прочитает. Корпус можно абсолютно любой придумать на ваше усмотрение. Мы долго думали, что придумать, но придумали такой вот обычненький. И здесь я специально придумала, чтобы что-то поставить, чтобы не просто часики стояли. Можно и домиком сделать, и чем угодно. Вот такое вот чудо. Ищиков. Сколько прибавилось, ну, это можно все внести в эти часы. И количество просмотров, сколько добавилось за сутки, и вообще сколько их. И сколько подписчиков добавилось. Ну, все параметры можно установить на вот такие вот небольшие часики. Они у нас очень умные. Ну, вот и все, что я хотела показать. Если какие-то вопросы, задавайте. Вот видите, какой фиолетовый теперь светится. Так что ночью это еще и ночник может служить ночником. Если поставить ночью вот так салфетки, то получатся фиолетовые салфетки. Если свет выключить, оно очень красиво смотрится. Но я пыталась снять в темноте, оно плохо видно, поэтому не увидим. Вот и все. Всем творческих успехов. Подписывайтесь на наш канал. С Новым годом!